Всем привет! Это вторая часть страшных комнат. Безумно страшный, зверски страшно, ультра страшно. Отсюда не выйти и ад. Если вы вдруг забыли, мы открыли два замка, еще три у нас осталось. И сейчас мы пойдем в остальные комнаты, которые называются ультра страшно, отсюда не выйти и ад. Самая последняя дверь. Ну что, чел, давай. Мы с тобой самые бесстрашные. И смешные. Да, давай. Ребята, у меня сегодня день рождения, и в этот день самый лучший подарок, который вы могли бы мне сделать, если вы, конечно, хотите, это подписаться на наш канал. А если уже подписаны, то поставить лайк под это видео. Если мы побьем сегодня какой-нибудь рекордик, мне будет очень приятно, и я буду искренне рад. Ну что ж, приятного просмотра, кнопочка внизу, и лайк тоже. На автосессию? Да. Опа, здравствуйте. Для начала с вами познакомимся. Если что, меня зовут Денис, и я буду вашим фотографом. Саня, Егорик. Берем впереди стоящего за плечи, за талию. Ты первый, бро. Конечно, я первый чел. Кто еще поведет всю эту компанию? Так, ребят, сейчас ориентируемся на мой голос. Ай, стойте, а кто это? А кто там за вами? Какая-то тетка зашла. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Денис. Все, извините. Один, два, три. Здесь всего два стульчика, проходите, присаживайтесь. Сейчас я быстро посмотрю, что там происходит. Я тебе сколько раз говорю, включай мою душу, на место! Походу пришел этот, пришел. Ну его нахрен, мы не выходим. Я вот самое, сюда, на верхнюю полку убираю, чтоб ты самое не дотянулся. Что? Накажем! Что за херня? Какого вчера мы их хотим забыли, а? Нас просто позвал фотограф. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Дмитрий Масленников. Дмитрий, кому не изучим, мне уже успел. Отвечай, скажи! Максим Мамикс 1992 года. Я сейчас пойду проверю. И не дай бог, если я хоть чего-то не досчитаюсь, пеняйте на себя. Всем ясно? Да. Деду надо реально таблеток дать, что-то у него уже... А придержи дверь, чтобы он не зашел, брат. Мяу! Мяу! Ну чего там сидите, какашки нюхать? А кто это? Это кот ребенок? Здорово. Сюда. Тихо, смотри, смогут выпрыгнуть кто-нибудь. Подожди, это реально какая-то... Это Человек-паук. Вот она реально какашки нюхала. Здорово. Привет. Хаймон? Это ж Хаймон. Подскажи нам, что, где ключ лежит? Я не знаю, где ключ лежит. Но я знаю, что нужно сделать, чтобы его найти. Нам нужно собрать 5 предметов. У нас у каждого есть свой предмет. Но я только свой знаю. Это Мишка такой, без глаз, с кишочком. Ох, бляха, так это сейчас искать по всему району. Ну да, а ты видел, нет? Нет. Тихо. Там папа идет. Папа идет, быстро все становитесь. Бляха. Его картине не двигайтесь. Минута вашего внимания. Недавно я принял участие в крутом челлендже. Знаете от кого? От Габара и Мегафона. Получилось нереально интересно. Ну, в принципе, это же Габар. И, кстати, я там был не один. С Яной, Даником и Столяровым. Я был в команде вместе с Яной. Мы выполняли разные задания и проверяли скорость интернета. Но самым неожиданным поворотом событий стало задание с весами. Мне нужно было набрать аж 300 килограмм. Было очень кайфово и интересно, да и в целом. Видео получилось увлекательным и веселым. Посмотрел, правда, на одном дыхании. А, кстати, победитель забрал 250 тысяч рублей. Интересно, кто выиграл? Тогда тем более посмотрите тизер. Переходите по ссылочке в описании. 300, не шуточки. Ну-ка! 250 тысяч рублей! На старте! Внимание! Все нормально! Где мы? Что делать? Я уверен, что третий склад наш. Нужно разобраться в спектрах света и подобрать ключ безопасности. Господи, ну какой же я придурок. Просто оставил на улице весы. Нашел? Да. Нашел. Супер. Ну все, погнали малому отдадим. Да. А все, клоуна нет. И ребенка нет. Всем привет. Козлина. Ух, блин. Закрывай! Не успел! Куда? Сюда! Сюда! Быстрее! Все, я на боковую, нахуй. Реально, поспи, Саня, ты устал. Кстати, вы заметили, что во всех квестах я всегда... Здрасте.
Ох, бляха, вот это FIFA пришла. Ладно, давайте сразу ближе к делу. Где ваша любимая вещь? У меня помада. А, бляха, помада в туалете, все в туалете лежит. Во, люблю прямолинейные женщины. Спасибо большое вам, хорошего вам вечера. Просто закроем дверь. Бляха, бляха. Бляха, гоним. Погнали, брат, я закрыл дверь, но ненадолго. Бляха, ничего не вижу. Быстрее, быстрее, ребят. Так, помада есть. Так, нам нужно вернуться к барышне. Да, бляха! Похуй, охуй! Что делать? Сюда, туда, туда, туда! Я вам что говорил, а? Я в туалете сидеть! Я сейчас пойду отойду на галерку, ну чтоб когда я вернулся, вы вдвоем стояли здесь, вам понятно, ваша мать? Да, да, да. Может, у деда любимый одеколон? Ребят, быстрее! На свет! Быстрее! Сюда! Держи, твоя любимая вещь. Ба, кидайте его в печку. А, серьезно? Да. А, это любимый барышни. А, ничего себе, какие вы быстро. А что любимый у деда? Что любимый у деда? Не знаю, постоянно все меняет. Ладно, в печку кидаем. Ну я знаю, что меня дядя Майка ругал за какой-то клоунский парик. Что? Парик? Парик, клоунский. Бляха, так может мне надо вернуться? Ну, походу. Фан. Бери. Я не знаю, где парик, а где он? Подожди, там кто-то нас зовет, мы игнорируем. Я не понял, какого вчера шляч, мы хотим. Я у тебя сказал, причем я блин, закрывай! Не успели. Учук, сюда, гони. Ладно, пожалуйста, ответьте нам на один вопрос. И мы уйдем отсюда навсегда. О, отличная идея. Какой у вас любимый предмет? Что нужно, чтобы очки не царапались, когда я их в портфель ношу? А, бляха! Футляр. Футляр. Ну конечно. И его, что ставите, я не понял до сих пор! Достал? Да. Ну, пойдем. Ладно, Хайман, скажи нам, пожалуйста, где крышка от фотоаппарата? Ну, а где она должна? На холодильнике ее нет. Ну, пойдемте тогда, заберете ее, че? Рисуй. Подожди, не надо, быстрее закрыть. Вау, the fuck? Есть? Есть. Дверь, открой дверь. Бля, он закрыл дверь. Открой дверь. Да не мой ты посуду. Погнали, разбей. Ты взял крышку? Да, вот эта крышка вонючая. Хорошо, что у нас... Закрывай, закрывай. What the fuck, man? Хайман, мы принесли тебе крышку от камеры. Быстрее, кидайте в печку. Все, это все вещи? Да. Супер. Теперь вам нужно будет ставить сюда ключ, повернуть направо, нажать на красную кнопку и забрать ключ. Давайте ключ. Стоп! Нам нужно нажать на красную кнопку! Ключа нету, чтобы нажать! Вы что, его не нашли? А вам, чтобы нажать на красную кнопку, ключ не нужен. Кнопочка внизу. А где он лежит? Ладно, еще сам принесу. Да на про... Серьезно? Спасибо. Быстрее, вот ключик, вставляйте его туда, направо и на красную кнопку. Все, нажали. Забирайте ключик, убегайте. Все, есть! Спасибо, пока. Спасибо, брат, мы выполнили этот квест, ключ у нас. Ой, бляха, сзади нас какая-то... Быстрее, чупакабра. Ух, чупакабра бьет! Ёб твоя мать! Чупакабра! Серьезно? Быстрее! Я ни хрена не вижу! Фак! Ну не знаю, зверски или не зверски, но по-моему это страшно и смешно. Вот. Открыл. Я угадал с первого раза. Все еще не открывается, может можно уже будет увидеть, что там. Да хрен ты там увидишь. Хотя мы знаем, что там. Там бабки. Что ж, у нас осталась комната ад, и отсюда не выйти. Что прикольней. Конечно, сначала нужно делать все по порядку, чувак. Ладно, погнали. Опа, опача, здорово! Мы будем смотреть мою книгу изнутри. Давайте. Мои герои прошли дом. Вот я это интересно. Два дивана и сразу же на них присели. Чувак, Саня, тут брат. Гроб, тут гроб, а тут мать ваша. Тут лучше посмотри, какой-то левый чел. А вы только что с дороги уставшие, я поставлю чайник, мы выпьем с вами чай и поговорим в нормальной обстановке. Давай. Спасибо. Ребят, вы, конечно, извините, я хочу посмотреть, что внутри. Ты уверен? Сейчас как током шандарахнет? Током шандарахнет, Саня, я прям предчувствую не, это. Не, он закрыл. Бляха, я тут должен был сидеть, она мне... Она у нее ножницы были, она так... Ребят, я прошу прощения за задержку, я поставил чайник. Помогите мне просто по дому прибраться, подготовиться к охране. А у вас в доме какая-то малышка бегает? Какая малышка? Ну, вот тот только что с ножницами бегал. Ну, деваха с ножницами. Ребят, вы... Блогеры. Простите, ребят, наверное, я просто передал вам свою плохую атмосферу. Давайте пройдем со мной в гараж. Стоп. Вроде было чай пить, а уже в гараж идем. Вот оно! А мы на камеру сняли, мы можем показать видео. Только не говорите, что там никого нет, и мы все придумали. Пожалуйста, а, вы все-таки увидели. Там никого нету вообще. Наверное, скорее всего, он показывает.
запись, я прошу прощения. А у нас есть на камере запись. Как? Ладно, все, продолжаем, продолжаем. Стоп, сними. Вот так. Моя дочка Анечка. В смысле? Это просто какие-то вещи. Моя дочка Анечка любила так прятаться в детстве от меня. Когда я находил ее, она мне все время говорила: папа, ну так нечестно, ты ведь не знал, куда я. Теперь тут просто манекен. Простите меня. Происходит. Да черт его знает. Какая-то чертовщина в вашем доме, блин. Наверное, это квест. Тут уже... Вы слышали это? Да. Я у меня очень плохое предчувствие. Проблема в том, что у меня в доме не может быть сквозняков. В дом явно кто-то пробрался. Пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Иди ко мне. Оставайся здесь и постарайся найти отсюда пути отхода. А ты пойдем со мной. Не-не-не, нам нельзя разделяться, стоп. Нам нельзя разделяться. Мы как бы одно целое. Хорошо, да. Тогда оставайтесь здесь. Хорошо, спасибо. Все. И прошу вас, постарайтесь найти пути отхода. Я пока проверю, что там происходит. Хорошо. Нет! Дай, дядя! Ё-моё, сколько! Не надо было его дразнить, пожалуйста, извините, его не хотел. Я не хотел! Не трогай! Слушай меня, это не видно! Я тупо занят. Нахрен ты вообще в него кидаешь, ты бы видел его глаза, он готов был тебя съесть. Да я веревку кинул, просто все, что было под рукой, бросал. Стоп. Я в него бочку хотел кинуть. Так, смотри, план такой. Да. Послушайте меня, я услышал какие-то звуки, вернулся за вами, у вас все в порядке? Все нормально. Короче, ситуация была вот в чем. Пришел чувак с мачете, там потом клоун был в виде клоуна такой, хрен. И еще девчонка страшная. Вы серьезно? Ну да. Так, ты говоришь, что... А кто там? Тихо. Вот туда впереди. Вот она, ну вот же она! Ай! Кислота! Ай, это вода! Это реально кислота! Привет! Саша! А мы пришли сюда к твоему бате, походу. А это ты там спишь, вот в белом таком ящике? Нет? Подожди, кто у тебя батя? Я не знаю, у меня нет папы. А кто ты? Я не знаю. Да, а что ты тут делаешь? Зачем ты тут? Почему ты тут? Так, может быть, просто иди там погуляй. Кот, слышишь? Я бы хотел вас перенести в дом этой милой девочки. Здесь справа из них стоял камин, слева кожаный диван. Вдали виднелся старый нерабочий телевизор, а рядом с ним стоял какой-то силуэт. Где силуэт? Здравствуйте! Здравствуйте. Познаете, я рад приветствовать вас в своем доме. Однако же у меня один единственный вопрос. Какого черта вы делаете здесь? А мы проходим квест. Проходите что? Нам нужно найти ключ. Ну, знаешь, я могу тебе помочь с этим. Как? Для этого мне нужно позвать сюда своих друзей. А может... Великое солнышко мое, отойди! Знакомьтесь, друзья, это моя маленькая Вероничка. Ты хочешь, чтобы мы позвали Макса? Сюда. Он сейчас вышибет дверь и тебя... Макс, сойдите! Я говорил. Знакомьтесь, друзья. Это мой лучший друг Макс. Саша. Макс, поздоровайся с ними. Да ладно. Макс когда-то работал в цирке, он села. Забирай! Давай лучше мы... Не, Саня, лучше просто иди. Чел, я не хочу отдыхать. Ладно, отдохну. Просто расслабься. Нет, как тут расслабиться? Разрешите представить вам... свое новое шоу! Шоу, которое перевернет ваше сознание! Да начнется представление! Взять их, мать! Твою мать! Не надо, пожалуйста! Пожалуйста! Бляха! Вот это ни хрена себе! О, нет! Ля-ля, все, иду! Иду! Сладким сном, давай! Вот. Прекрасно! О, прекрасное лицо для моей коллеги! И тебе давай! Не-не-не-не! Ты обо всем забудешь, не бойся! Давай выйдем твою личико! Мне это надоело!
Быстро к стене! Ну? Давай сыграем с вами одну небольшую игру под названием «Ручка рулетка». Посмотрим, насколько вы живучие. Саня, я... Куда? Ты пароль от канала не помнишь. Так что давай держи меня. Как ты думаешь, они быстро? А я думаю, нет, проверим по ногам! Быстрее! Быстрее! Открывай дверь! Давай сюда, 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 сюда! Быстрее, Дил, быстрее! Пожалуйста, мы просто тут и ходим, мы ничего не делаем, мы не трогаем, ничего не надо! Занято, извините, сегодня я занято. Я боюсь, вы тут держите, что вдруг топором ударят. Стой, нам кто-то стучит, открывай. Не-не-не. Держи дверь. Слышите, полиция, откройте. О, полиция, полиция! Какая полиция? Это не полиция! Это была уловка для лохо. А у меня разве заскамили как мамонта? А, подожди, стой, стой. Полиция, реально полиция! Вы думали, вы отсюда уйдете? Ни хрена! Эта ночь станет для вас последней. Давай мы с тобой сыграем одну небольшую игру. Ой, бляха. Смотри. Нет, пожалуйста! Подожди, я сейчас не выйду. Давайте я спрячусь, а вы... Да, давайте мы прятки. Я дам вам сундучок. Да, круто. Давайте мы прятки сыграем. У них будет ровно 4 секунды вместе с их другом, который там спрятался, вылез сюда. Егор, тебя нашли. А, да? Будет ровно 4 секунды на то, чтобы забрать у Вероники сундук и сбежать. Куда? Быстрее, быстрее. Вот это ни хрена себе парилочка. Я себе. Сюда, сюда, пацаны. Так, куда это? Быстрее, куда нет? Перелазь, Саня, быстрее! Саня, перелазь! Куда? Да, куда потом? О, смотрите, что там? Обязательно, заходи, заходи, я потом. Дай сундучок. Отдай сундучок, пожалуйста. Прыгай. Хорошо, я прыгаю, давай. Давай, прыгай. Как? Как? Да вот. Кольцо. Бляха! Давай, давай, давай! Все, давай, давай! Бери этот сундук гребаный! Сундук у нас, сундук у нас! Смотрите, это что, мамонт? Нет. Бро, бро, Егорик! Во, этому чепчику! Мы нашли, мы нашли! Представьте, что в моей сцене, когда появилась я, вот и Вероничка, она замирает. А, вы можете... А это Макс, и он тоже замирает. Оживи мы Вероничка, а пару лап. Вероника жива. Сундук. Да, у меня сундучок. Сундук пустой. Как пустой? Что ты? Нет, не дам. Он не пустой. А, ключ. Да, Вероника. Ключ. Есть. Мы нашли ключ. Все, ключ. Стоп, ключ действительно есть. Короче, мы не нашли ключ, типа, отдадим. А, стоп, это не тот ключ, это мой, я положил по приколу. А, слушайте, мы, наверное, давайте продолжим, типа, поиграем еще, ребята. Мы еще поиграем. Вероника жива. Нет, не отзывайте! Бля! Держи, 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 держи! Сундук, все! Он нам не нужен! Я тут! Стой! Надо как-то придумать, как его заскамить! А, стой секунду! Полиция, откройте двери! Уполномоченный Петренко, открываем дверь! Быстро открываем дверь! Полиция, дверь открыли! У нас есть ордер на ваш арест! Полиция, дверь откройте! Брат, что делаем? Ключ, который ты ищешь, да. На самом деле находится у меня. А. Если вы не заберете ключ у меня, тогда все будет пустое. Куда? Ты побежал, придурок! Нам нужно найти его. Нам нужно... Ой, бляха. Вероничка, Вероничка, Вероничка! Да. Стой! Ты так близко не подходи. Ну, смотри, давай мы с тобой сыграем в игру. Давай мы тебе кучу игрушек, а ты нам ключ у бати своего. AirPods, iPhone. Мам, я попробую. Мы тебе BMW i8 дадим. А что это такое? Это машина большая, красивая, сочная, зеленого цвета. Двери вверх открываются. Она зеленого цвета, 20 века, все красиво. Если она нас сейчас подставит, я просто охренею. А, Вероничка. Ой, спасибо. Ох, спасибо! Чи-чи-чи. Смотри, а теперь без крика, без всего. Давай мы просто уйдем. Сейчас спокойно, сейчас спокойно. Тихо. Не, ну не можно не спокойно. Побежали. Закрывай дверь. Тебе вообще похрен? Я еще так много не бегал.
Блин, пожалуйста, хоть... А прикинь, это не тот ключ, или мы нашли что-то не то. Бляха, да он вообще не подходит. В смысле не подходит? Мы, походу, не тот ключ взяли. Он реально не подходит. Чё за херня? Стоп, 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 стоп. Тебе не кажется, что в комнате ад два ключа? Мы просто так порожняком прошли, отсюда не выйти. Просто так. Спасибо, Дмитрий Масленников, за классные приколы. Ты молодец. Ладно, ребята, это видео, скорее всего, очень длинное, поэтому следующую комнату мы пройдем в следующем видео. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили ему лайк, подписались на канал, написали приятный комментарий. Мы погнали снимать новое видео, а точнее проходить эту комнату. Ну а пока, пока. Подпишись на мой канал, сделай кнопку серой. Подпишись, давай скорей, очень быстро сделай. Кнопку снизу пальцем жмякни и там рядом лайк. Не забудь про комментарий, будет классно так. Если тебе больше двух, подпишись на канал и кайфуй. Если тебе больше